праздником Ханука, шалом алейхем. Сегодня мы с вами встречаемся возле большая ханукальная менора, которая стоит в центре Киева на контрактовой площади. Мы зажигли только что, уже слава Богу, четвертая свеча Ханука в честь великой чуда с кувшин масла. Но вы знаете, мудрецы в Талмуд нам говорят о том, что это чудо с кувшин масла, возможно, было лишнее. Что там было? Они зашли в храм, сделали менора, и вот они должны зажигать свечи в меноре, для этого им надо масло. Но они искали не обычное масло, они искали ритуальное чистое масло, такая бочка, такой кувшин, который был опечатан печат первого священника. Такой они нашли один, и в один, который там было количество на один день, и Всевышний сделал чудо. И это масло горело целых 8 дней. В Торе у нас есть железный правил. Всевышний делает чудес только если в них есть большая необходимость. Природа – это творение Всевышнего. Чудо, она ломает ограничения и правила природы. И Бог не заинтересован в этом. Иногда, когда надо, Он делает чудо. Например, в Хануку, когда нуждались евреи в чудо победить греки, другой выхода не было. Это были малочисленные против многочисленных, у них не было никаких шансов победить греки в рамках закона природы. Поэтому они заслужили большое чудо и победили на войну. Но разве то, что касается зажигания свечи на менора, надо было беспокоить Всевышнего и потребовать у него чудо? Талмуд в том псахим нам говорит такой закон. Тумаа дхуя бецибур. Закон ритуальной нечистота функционирует только когда мы говорим о единственный человек, один-единственный, два человек. Когда есть цибур, цибур это общество, общество должно принести жертву перенесения. Вся община Израиль должна зажечь свечи на менора. И единственное ограничение это ритуальная нечистота. Говорит нам Талмуд в том псахим 80-й лист, вторая страница, тогда разрешено нам идти на компромисс и использовать даже вещи, которые не ритуально нечистые. Если так задается вопрос, почему тогда надо было делать такое чудо с кувшин масла? У них там было полно масла, которое можно было залить в менора, и масло горело, с менора свечи в менора горели, без никакой особой чуда. Почему, во-первых, почему они беспокоили Всевышнего и потребовали чуда, которое вроде бы можно было справиться без нее? А почему Бог пошел на встречу? Он пошел на такую встречу, которая противоречивает его правилам, что чудо делается только когда в ней есть большая необходимость. Объясняет нам Любавичский Ребе в одной из его святых бесед следующей. Они исполняли заповеди Тора, не только исходя из того, что надо исполнять. Они жили с огромной любовью к Всевышнему, с огромной любовью к Тора, к ее заповеди. Если бы они искали компромиссы, они бы не пошли на войну против греков, война, которую они не имели, как мы уже упоминали, никаких шансов выиграть. Но они пошли на это. Они пошли на саможертву, чтобы идти на войну и давать евреям в Израиль возможности соблюдать законы Тора. Они пошли на войну, поскольку им запретили соблюдать Тора. Им сказали, не соблюдайте Шаббат, не делайте Брит Мила, не соблюдайте Рош Ходеш и другие заповеди. Ради этого они пошли на войну. Эта война исходит из огромной любовь к Всевышнему. Такие люди, которые у них нет такое слово, которое называется компромисс, когда надо было зажечь свечи на менора, они не пойдут использовать масло, которое ритуально нечистое. Они делают все с любовью, исходя с любовью к Всевышнему. Невозможно использовать любое масло. Только ритуальное чистое масло. Поэтому они обращаются к Всевышнему и просят чуда. А Всевышний, который видит их любовь,
Всевышний, который видит их преданности, когда он видит людей, которые не ищут компромиссы, делает все на высший уровень, делает все с любовью к Всевышнему, он идет навстречу. Он говорит, да, в этом есть большая необходимость. Они заслуживают это чудо. Это не чудо, которое не находит причину, почему я создал. Такое чудо надо делать. Так сказал Бог. И поэтому, друзья, они заслужили это великое чудо с ковшин масла, которое мы празднуем уже 2185 лет подряд. Ханука учит нас очень важный урок. В Ханука мы должны следить за поведением нашей предки, который с ними прошел чудо Ханука. Мы должны действовать, исходя из любовь к Всевышнему, с любовь к Тора. Мы исполняем заповеди Тора, мы учим Тора, мы ведем нашу еврейскую жизнь, мы воспитываем наши дети и наши семьи в дух еврейской традиции, не только поскольку мы должны этого делать. Мы евреи, мы должны этого делать. Мы хотим этого делать. Эти вещи мы делаем, поскольку мы любим этого, это наша жизнь. И поэтому слово компромисс, слово скидка в исполнении заповедей Тора не должна существовать у нас. Когда мы учим Тора с любовью. Человек может быть уставший, но все равно он идет учиться Тора. Не для того, что он должен, он этого хочет делать. Он идет в синагоге с любовью, он хочет молиться в миньян. Наши жены накрывают шикарные шабатные праздничные столы и приглашают гости, поскольку они любят шаббат, они любят праздник, и поэтому они не ищут компромиссы. Так в любой шаге в нашей жизни. Вот мы стоим за этой менора. В Ханука есть заповеди, есть особые качества, рекламировать чудо. Сказал нам Лубавичский ребе, как рекламировать чудо? На высший уровень, большие ханукальные меноры в центральных площадях всех городов мира, большие бигборды по Киеву и по всему миру. Поскольку из заповеди мы исполняем, исходя из огромной любовью. В Хануке мы все сыновей Хашмонаи, в Хануке мы все Макавей. И мы все будем служить Всевышнему, будем учить Тора, исполнять его заповеди, исходя из большой любовью. А я вам обещаю, когда мы будем так служить Всевышнему, так же, как тогда, когда он увидел любовь, которая исходит от них, он этого была обратная реакция, он делал им такое чудо, так же и мы, с Божьей помощью, каждый от нас будет заслужить большие чудеса во все, что нам надо, во все аспекты жизни, друзья. Давайте будем преданы к Всевышнему и с любовью, и заслужим его обратную любовь к нам, чтобы каждый из нас заслужил браха и ацлаха, благословения и успеха во все, что ему надо, в самых широких размерах. Хаг самех!